Ты готов? Да, заводи машину. Держусь за пределами видимости. Удавляю ЦПВЧ. Сканируем с воздуха с расстояния... Не пойдет. Чтобы узнать, что они планируют, я должен попасть внутрь. Ты спятил? Мы понятия не имеем, что там. Думал, тебе надоело водить этот лимузин. Ты же говорил, что тебе не терпится в бой. Ну хорошо. Но садиться я не буду. Что-то случится, вызывай. Иначе день тебе не понравится. Ты не туда зашел. Это образец. Чтобы ты понял, во что вмешиваешься. Передавай привет Талосу. Я думал, крови будет больше. Ты говорил, Рукер был весь в ней. На Рукере мяса было больше, чем на это. Может, отсюда и раз. Уверен, что он умрет. Орхидея не знает жадности. Его смерть придет. Она будет медленной и болезненной. Времени как раз хватит, чтобы обдумать свои грехи. Если он нас нашел, значит тут уже небезопасно. Нам надо уходить. Нет. Нас предупреждали о его приходе. У нас есть время, прежде чем его начнут искать. Раз ты уверен. А что насчет твоих друзей из КП? Эти болваны нам больше не нужны. Пусть еще немного выпьют. Потом дай им архивы. Тела свали вот с этим. Все, хватит с меня. Теперь ты унеси. Я дальше не пойду. Летишь обратно в Прагу? Мне надо встретиться с этими свиньями из Дуали. Пусть ускорят поставку груза, чтобы он быстрее таможню прошел. Они захотят больше. Контрабандистам всегда мало. Дуали этого не поймут. А мне судьбе оставаться тут и продолжать, как планировали? Браун вчера все подтвердил с Пиком. Время и место. Конечно, тебе выходить.
Чиканы. Чиканы, ответь. Черт. Сколько я так лежал? Алекс, это я. Нужна помощь. Наконец-то. Я давно уже с тобой на связь выйти пытаюсь. Где тебя черти носят? В швейцарских Альпах. Исследовательский комплекс ГАРМ. Я попал в засаду. Связаться с пилотом ОГ-29 не могу. Швейцарские Альпы? Черт, борт достать не так-то просто. Что случилось? Они меня там уже ждали. Марченко и наемники из Дубая в золотых масках. Господи, уходить тебе оттуда надо. Слушай, ищи потихоньку выход и... В общем, выйду на связь, как подготовлю план. Продолжу вызывать пилота. Но эти парни думают, что я мертв, Алекс. Может, я это использую и посмотрю, что к чему.
разрешу. Что ты творишь вообще? Двигаю кран. Да, это я вижу. А зачем? Потому что ваш крановщик не соблюдал технику безопасности. У вас чуть тонна льда на человека не упало. Черт! А теперь нормально? Да, все должно быть в норме. Я как раз закончил проверку, когда вы начали на меня орать. Хорошо, ну, спасибо. Не за что.
совсем тяжелым, не кажется? Да, большая часть крутых ребят уже давно отправилась к назначению. А у нас все готово. Учился по моей жуке. Я тоже. Давай готовиться к высадке. Как понять, когда нам пора отправляться? Что мы умеем все организовать. Только всего упаковать нужно. Все имеющиеся тайгеры. А наши эксперты по бомбам пускай выбирают больше.
любит такие операции. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Надо взять эти кабели. Мало ли, может пригодиться. Thank you.
Thank you.
группу Райта. Давай закончим и работу. Доклад вперед. На западной стороне все чисто. Просто не верится, какие эти гражданские глупые. Отыграться после Дубая. Там слева. Неважно. Да, что? Доклад временно. На южной стороне все чисто. Скорее, Гуша. Не верится, какие эти гражданские глупые. Я утром прогнал тесты по всем аугментациям. Они в полном порядке. Прости, отвлекся. Доклад периметра. На северной стороне все чисто. Скорее, Гуша. Отвечаю, подтвердить. Дженсен, это ты там так расшумелся? Где тебя черти носили, чекали? Ну вот, сразу понятно, кто на связи. Чертовы тараканы заметили, как я тебя искал. Я еле от них оторвался. Слушай, в северной части комплекса есть вертолетная площадка. Уже иду. Алекс, помощь не понадобится. Я нашел своего пилота. Отлично. Сообщи, когда вернешься в Прагу. Понял. Тревога! Всем внимание!
укрытие! Обнаружен. Сектор чист.
Груз 2 размещен и ожидает закрепления. Зацикливай груз 4 на осмотр. На западной стороне все чисто.
Обыскиваем. Доклад впереди. На южной стороне все чисто. Прошу прощения. Груз 2 размещен. Пока ожидается крепление. Славянский прибыт груз 4 на осмотр. Не обнаружен. Сектор чист. Амуниции что-то тяжеловато стало. Надеюсь, будет возможность скинуть хотя бы часть. И? Не обнаружен. Сектор чист. Доклад с периметра. На южной стороне все чисто. Сектор чист.
Доклад периметра. На северной стороне все чисто. Я обнаружен. Сектор чист. Готов убраться отсюда нахрен. Жутковато, да? Что за чертовщина? Куда все делись? Военное положение. Бунт с долями перекинулся на Прагу. И в городе комендантский час. На улице сегодня можно выходить только полиции. А им лишь бы пострелять. Замечательно. Ты сказал Милю, что надо встретиться в офисе? Он будет ждать. Но по пути тебя пристрелят. Будь осторожнее, Дженсен. Алекс, это я. Нужно встретиться. Называй место. Сейчас в городе небезопасно. Можешь дойти до клиники «Протез», где мы раньше встречались? Да, это недалеко. Встретимся там.